Даниил Хармс. О том, как Колька Панкин летал в Бразилию, а Петька Ершов ничему не верил. Колька Панкин решил прокатиться куда-нибудь подальше. «Я поеду в Бразилию», — сказал он Петьке Ершову. «А где эта Бразилия находится?» — спросил Петька. «Бразилия находится в Южной Америке», — сказал Колька. «Там очень жарко, там водятся обезьяны и попугаи, растут пальмы, летают колибри, ходят хищные звери и живут дикие племена». «Индейцы?» — спросил Петька. «Вроде индейцев», — сказал Колька. «А как туда попасть?» — спросил Петька. «На аэроплане или на пароходе?» — сказал Колька. «А ты на чем поедешь?» — спросил Петька. «Я полечу на аэроплане», — сказал Колька. «А где ты его возьмешь?» — спросил Петька. «Пойду на аэродром. Попрошу, мне и дадут», — сказал Колька. «А кто же это тебе даст?» — спросил Петька. «А у меня там все знакомые», — сказал Колька. «Какие же это у тебя там знакомые?» — спросил Петька. «Разные», — сказал Колька. «Нет у тебя там никаких знакомых», — сказал Петька. «Нет, есть», — сказал Колька. «Нет, нет», — сказал Петька. «Нет, есть». «Нет, нет». «Нет, есть». «Нет, нет». Колька Панкин и Петька Ершов решили пойти на следующее утро на аэродром. Колька Панкин и Петька Ершов на следующий день рано утром вышли из дому. Идти на аэродром было далеко, но так как погода была хорошая и денег на трамвай не было, то Колька и Петька пошли пешком. «Обязательно поеду в Бразилию», — сказал Колька. «А письма писать мне будешь?» — спросил Петька. «Буду», — сказал Колька. «А как обратно приеду, привезу тебе обезьяну». «А птицу привезешь?» — спросил Петька. «И птицу привезу», — сказал Колька. «Какую хочешь, колибри или попугая?» «А какая лучше?» — спросил Петька. «Попугай лучше, он может разговаривать», — сказал Колька. «А петь может?» — спросил Петька. «И петь может», — сказал Колька. «По нотам?» — спросил Петька. «По нотам не может. А вот ты что-нибудь споешь, а попугай повторит», — сказал Колька. «А ты обязательно привезешь мне попугая?» — спросил Петька. «Обязательно», — сказал Колька. «А ну как нет?» — сказал Петька. «Сказал, что привезу, значит, привезу», — сказал Колька. «А не привезешь», — сказал Петька. «А привезу», — сказал Колька. «А нет», — сказал Петька. «А да», — сказал Колька. «А нет», — «А да», — «А нет», — «А да», — «А нет». Но тут Колька Панкин и Петька Ершов пришли на аэродром. На аэродроме было очень интересно. Аэропланы друг за другом бежали по земле, а потом раз, два, три оказывались уже в воздухе. Сначала низко, а потом выше, а потом еще выше, а потом, покружившись на одном месте, улетали и совсем. На земле стояло еще штук 8 аэропланов, готовых тоже разбежаться и улететь. Колька Панкин выбрал один из них и, указывая Петьке Ершову, сказал: «В Бразилию я полечу на этом вот аэроплане». Петька снял кепку и почесал голову. Надел кепку опять и спросил: «А аэроплан этот тебе дадут?» «Дадут», — сказал Колька. «У меня там знакомый авиатор». «Знакомый? А как его зовут?» — спросил Петька. «Очень просто. Павел Иванович», — сказал Колька. «Павел Иванович?» — переспросил Петька. «Ну да», — сказал Колька. «А ты его попросишь?» — спросил Петька. «Конечно. Вот пойдем вместе, ты услышишь», — сказал Колька. «А если он тебе не даст аэроплана?» — спросил Петька. «Ну как не даст? Попрошу, так даст», — сказал Колька. «А если ты не попросишь?» — спросил Петька. «Попрошу», — сказал Колька. «А испугаешься?» — сказал Петька. «Нет, не испугаюсь», — сказал Колька.
«Слабо!» — сказал Петька. «Нет, не слабо!» — сказал Колька. «Слабо!» — сказал Петька. «Нет, не слабо!» — сказал Колька. «Слабо!» — «Нет, не слабо!» — «Слабо!» — «Нет, не слабо!» Колька Панкин и Петька Ершов побежали к авиатору. Авиатор стоял около аэроплана и промывал в бензине, налитом в маленькое корыце, какие-то винтики. Сам он был одет во все кожаное, а рядом на земле лежали кожаные перчатки и кожаный шлем. Колька Панкин и Петька Ершов подошли. Авиатор достал из бензина винтики, положил их на краешек аэроплана, а в бензин положил новые винтики и стал их мыть. Колька посмотрел и сказал: «Здрасте, Павел Иванович!» Авиатор посмотрел сначала на Кольку, потом на Петьку, а потом опять отвернулся. Колька же постоял и снова сказал: «Здрасте, Павел Иванович!» Авиатор посмотрел тогда сначала на Петьку, потом на Кольку, а потом сказал, почесывая одной ногой другую ногу: «Меня зовут не Павел Иванович, а Константин Константинович, и никакого Павла Ивановича я не знаю». Петька прыснул в кулак, Колька ударил Петьку. Петька сделал серьезное лицо, а Колька сказал авиатору: «Константин Константинович, мы с Петькой Ершовым решили лететь в Бразилию. Не одолжите ли вы нам ваш аэроплан?» Авиатор начал хохотать: «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Это вы что же, серьезно решили лететь в Бразилию?» «Да», — сказал Колька. «А вы полетите с нами?» — спросил Петька. «А вы что же думали?» — закричал авиатор. «Что я вам так машину дам? Нет, шалишь. Вот если вы мне заплатите, то в Бразилию свезти я вас могу. Что вы мне за это дадите?» Колька пошарил в карманах, но ничего не нашел. «Денег у нас нет», — сказал он авиатору. «Может быть, вы нас так свезете?» «Нет, так не повезу», — сказал авиатор. И отвернулся что-то чинить в аэроплане. Вдруг Колька взмахнул руками и закричал: «Константин Константинович, хотите перочинный ножик? Очень хороший, в нем 3 ножа. 2, правда, сломанные, но 1 зато целый, очень острый. Я раз как-то ударил им в дверь и прямо насквозь прошиб». «Когда же это было?» — спросил Петька. «А тебе что за дело? Зимой было», — рассердился Колька. «А какую же это дверь ты прошиб насквозь?» — спросил Петька. «Ту, которая от чулана», — сказал Колька. «А она вся целая», — сказал Петька. «Значит, поставили новую», — сказал Колька. «Нет, не ставили, дверь старая», — сказал Петька. «Нет, новая», — сказал Колька. «А ты мне ножик отдай», — сказал Петька. «Это мой ножик. Я тебе дал его только веревку с бельем перерезать, а ты совсем взял». «Как же это так, твой ножик? Мой ножик», — сказал Колька. «Нет, мой ножик», — сказал Петька. «Нет, мой», — сказал Колька. «Нет, мой», — сказал Петька. «Нет, мой, нет, мой». «Ну ладно, шут с вами», — сказал авиатор. «Садитесь, ребята, в аэроплан. Полетим в Бразилию». Колька Панкин и Петька Ершов летели на аэроплане в Бразилию. Это было здорово интересно. Авиатор сидел на переднем сиденье. Был виден только его шлем. Все очень было хорошо. Да мотор шумел очень уж, и говорить трудно было. А если выглянуть из аэроплана на землю, то ух, как просторно, дух захватывает. А на земле все маленькое-маленькое, и не тем боком друг к другу повернуто. «Петька!» — кричит Колька. «Смотри, какой город корявенький!» «Что?» — кричит Петька. «Город!» — кричит Колька. «Не слышу!» — кричит Петька. «Что?» — кричит Колька. «Скоро ли Бразилия?» — кричит Петька. «У какого Василия?» — кричит Колька. «Шапка улетела!» — кричит Петька.
«Сколько?» — кричит Колька. «Вчера!» — кричит Петька. «Северная Америка!» — кричит Колька. «Навидариди!» — кричит Петька. «Что?» — кричит Колька. Вдруг в ушах стало пусто, и аэроплан начал спускаться. Аэроплан попрыгал по кочкам и остановился. «Приехали!» — сказал авиатор. Колька Панкин и Петька Ершов огляделись. «Петька», — сказал Колька, — «гляди, Бразилия-то какая!» «А это Бразилия?» — спросил Петька. «Сам-то дурак, разве не видишь?» — сказал Колька. «А что это там за люди бегут?» — спросил Петька. «Где?» «А, вижу», — сказал Колька. «Это туземцы, дикари. Видишь, у них белые головы. Это они сделали себе прически из трав и соломы». «Зачем?» — спросил Петька. «Так уж», — сказал Колька. «А смотри, по-моему, это у них такие волосы», — сказал Петька. «А я тебе говорю, что это перья», — сказал Колька. «Нет, волосы», — сказал Петька. «Нет, перья», — сказал Колька. «Нет, волосы». «Нет, перья». «Нет, волосы». «А ну, вылезайте из аэроплана», — сказал им авиатор. «Мне лететь нужно». Колька Панкин и Петька Ершов вылезли из аэроплана и пошли навстречу туземцам. Туземцы оказались небольшого роста, грязные и белобрысые. Увидя Кольку и Петьку, туземцы остановились. Колька шагнул вперед, поднял правую руку и сказал: «Оах!» — сказал он им по-индейски. Туземцы открыли рты и стояли молча. «Гапакук!» — сказал им Колька по-индейски. «Что это ты говоришь?» — спросил Петька. «Это я говорю с ними по-индейски», — сказал Колька. «А откуда ты знаешь индейский язык?» — спросил Петька. «А у меня была такая книжка, по ней я и выучился», — сказал Колька. «Ну ты ври больше», — сказал Петька. «Отстань», — сказал Колька. «И нам кос», — сказал он туземцам по-индейски. Вдруг туземцы засмеялись. «Керек эриеле», — сказали туземцы. «Аратори», — сказал Колька. «Мета?» — спросили туземцы. «Брось, пойдем дальше», — сказал Петька. «Пельгидрау!» — крикнул Колька. «Перкеля!» — закричали туземцы. «Кульмегуинки!» — крикнул Колька. «Перкеля! Перкеля!» — кричали туземцы. «Бежим!» — крикнул Петька. «Они драться хотят!» Но было уже поздно. Туземцы кинулись на Кольку и стали его бить. «Караул!» — кричал Колька. «Перкеля!» — кричали туземцы. «Му!» — мычала корова. Избив как следует Кольку, туземцы, хватая и бросая в воздух пыль, убежали. Колька стоял встрепанный и сильно измятый. «Петька!» — сказал он дрожащим голосом. «Здорово туземцев разбил. Одного сюда, а другого туда. А не они тебя побили?» — спросил Петька. «Что ты?» — сказал Колька. «Я как пошел их хватать. Раз-два, раз-два, раз-два». «Му!» — раздалось у самого Колькиного уха. «Ай!» — вскрикнул Колька и побежал. «Колька! Колька!» — кричал Петька. Но Колька бежал без оглядки. Бежали, 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 бежали. И только добежав до леса, Колька остановился. «Уф!» — сказал он, переводя дух. Петька так запыхался от бега, что ничего не мог сказать. «Ну и бизон!» — сказал Колька, отдышавшись. «А?» — спросил Петька. «Ты видел бизона?» — спросил Колька. «Где?» — спросил Петька. «Да ну, там! Он кинулся на нас!» — сказал Колька. «А это не корова была?» — спросил Петька. «Что ты? Какая же это корова? В Бразилии нет коров!» — сказал Колька. «А разве бизоны ходят с колокольчиками на шее?» — спросил Петька. «Ходят», — сказал Колька. «Откуда же это у них колокольчики?» — спросил Петька. «От индейцев.
Индейцы всегда поймают бизона, привяжут к нему колокольчик и выпустят. «Зачем?» – спросил Петька. «Так уж», – сказал Колька. «Неправда. Бизоны не ходят с колокольчиками, а это была корова», – сказал Петька. «Нет, бизон», – сказал Колька. «Нет, корова», – сказал Петька. «Нет, бизон». «Нет, корова». «Нет, бизон». «А где же попугаи?» – спросил Петька. Колька Панкин сразу даже растерялся. «Какие попугаи?» – спросил он Петьку Ершова. «Да ты же обещал поймать мне попугаев, как приедем в Бразилию. Если это Бразилия, то должны быть и попугаи», – сказал Петька. «Попугаев не видать. Зато вон сидят колибри», – сказал Петька. «Это вон там, на сосне?» – спросил Петька. «Это не сосна, а пальма», – обиделся Колька. «А на картинках пальмы другие», – сказал Петька. «На картинках другие, а в Бразилии такие», – рассердился Колька. «Ты смотри, лучше колибри какие». «Похоже на наших воробьев», – сказал Петька. «Похоже», – согласился Колька, – «но меньше ростом». «Нет, больше», – сказал Петька. «Нет, меньше», – сказал Колька. «Нет, больше», – сказал Петька. «Нет, меньше», – сказал Колька. «Нет, больше». «Нет, меньше». «Нет, больше». «Нет, меньше». Вдруг за спинами Кольки и Петьки послышался шум. Колька Панкин и Петька Ершов обернулись. Прямо на них летело какое-то чудовище. «Что это?» – испугался Колька. «Это автомобиль», – сказал Петька. «Не может быть», – сказал Колька. «Откуда же в Бразилии автомобиль?» «Не знаю», – сказал Петька, – «но только это автомобиль». «Не может быть», – сказал Колька. «А я тебе говорю, что автомобиль», – сказал Петька. «Не может быть», – сказал Колька. «Нет, может». «Нет, не может». «Ну, теперь видишь, что это автомобиль?» – спросил Петька. «Вижу, но очень странно», – сказал Колька. Тем временем автомобиль подъехал ближе. «Эй, вы, ребята!» – крикнул человек из автомобиля. «Дорога в Ленинград направо или налево?» «Какой Ленинград?» – спросил Колька. «Как в какой? Ну, в город как проехать?» – спросил шофер. «Мы не знаем», – сказал Петька. А потом вдруг заревел. «Дяденька!» – заревел он. «Свези нас в город!» «Да вы сами-то что, из города?» – спросил шофер. «Ну да», – ревел Петька, – «с Маховой улицы». «А как же вы сюда попали?» – удивился шофер. «Да вот Колька», – ревел Петька, – «обещал в Бразилию свезти, а сам сюда привез». «В Брусилово, Брусилово, постойте, Брусилово это дальше, это где-то в Черниговской области», – сказал шофер. «Челиговская область, Чилийская республика, Чили. Это южнее, это там, где и Аргентина. Чили находится на берегу Тихого океана», — сказал Колька. «Дяденька», — захныкал опять Петька, — «свези нас домой». «Ладно, ладно», — сказал шофер. «Садитесь, все равно машина пустая. Только Брусилово не тут. Брусилово — это в Черниговской области». И вот Колька Панкин и Петька Ершов поехали домой на автомобиле. Колька Панкин и Петька Ершов ехали сначала молча. Потом Колька посмотрел на Петьку и сказал. «Петька», — сказал Колька, — «ты видел кондора?» «Нет», — сказал Петька, — «а что это такое?» «Это птица», — сказал Колька. «Большая?» — спросил Петька. «Очень большая», — сказал Колька. «Больше вороны?» – спросил Петька. «Что ты? Это самая большая птица!» – сказал Колька. «А я ее не видал!» – сказал Петька. «А я видел! Она на пальме сидела!» – сказал Колька. «На какой пальме?» – спросил Петька. «На той, на которой колибри сидела!» – сказал Колька. «Это была не пальма, а сосна!» – сказал Петька. «Нет, пальма!» – сказал Колька. «Нет, сосна», — сказал Петька. «Пальмы растут только в Бразилии, а тут не растут». «Мы были в Бразилии», — сказал Колька.
«Нет, не были», — сказал Петька. «Нет, были», — сказал Колька. «Не были», — закричал Петька. «Были, были, были, были», — кричал Колька. «А вон и Ленинград виднеется», — сказал шофер, указывая рукой на торчащие в небо трубы и крыши.